патроны. Да все патроны, в смысле, я купил на изучение. Так, возьмите еще, короче, шприцы, кто-нибудь. Смотри, наркодилер, мы тебя увидим. Я еще крафчу. 50. Почти. Тебе надо чё по улету? По улету. По вене хочешь ударить? Не хочешь ударить? Чего? На, кайфани. Наркоман. Сейчас смотри, еще прыгать начнет, размотает нас всех с факелом. Режим флеша вырубится у пацана, пожалуйста. Я ему скину его топор и меч, когда мы уйдем. Сейчас закрафчу только. Не давай ему, у него наркота, он сейчас. Я ему еще револьвер скину. А если он читать не умеет? А если он в садике еще и... В яслях. Витя ему говорит, буквы говорит. Пацан завис такой. Чё? Чё происходит? Парень, а ты в каком классе? Каком? Восьмом? В девятом. О, не ну, уже можно, чё? Уже можно, чё? Наверное, ещё сигареты даже не продают. Сейчас, короче, как я все докрафчу, я тебе скину твой меч, топор. А, кстати, принес лезвие? Тебе ледовик можно было скрафтить. Не, я не принес, меня не выпустят. А, точно, блин. Я потерялся в темноте. Так, минуту, ладно, пока темно, все равно фиг, что ты там нафармишь. Ладно, фиксим, у нас дома есть лезвие. Я дома возьму эти лезвия, тебе потом скину ледоруб и топор. Ну, топор сразу тебе скину. И револьвер тебе скину с патронами. Вся. Топор и... А потом мы с вами. Мне прислали просто железо. Так, тебя бог слышит. Ему только этот. Топор вы мне кинули простой железный. А он у тебя уже есть, что ли? Давай еще раз. Я скинул ему топор. Понял. Витя, ты ему только лезвие не давай, а вдруг он суицидник. Ты ему скрафти ледоруб. Слушай, ледоруба можно и пожестче сделать. Но я не думаю, что он себе в жопу его сможет. Какой ты, иди изучай берданку и патроны на нее. А уже есть этот скраб? А, понятно. Сейчас мы будем скрафтывать. У меня полный инвентарь. Прухи. Пошли раздадим. Так, слушай, ну тебе, наверное, время сейчас не нужно тратить. Давай я тебе открою пока что. Чё? Гаражные ворота, ты идешь, нет? Это ты мне говоришь? Нет, я не иду, у меня еще. Хотя, в принципе, чё я стою? Я же могу дома докрафтить, чё я? Блин, серьезно. Сейчас я чуваку только отдам ему. Зараза. Лезвие не давай, вдруг суицидник. Чувак. Все, короче, возьми пока что вот свой меч. Это, по-моему, твой топор был, я у тебя его забрал. Вова залит. Трубы тоже твои были. Нет, это что, уже да второй топор. Да я слышал, это вот незнакомые. Окей. А, ну, я не помню, был ли у меня топор, там мне дали уже. Понял, принял. Спальник короче. Нашел. Вот возьми еще немного там, не знаю. Нет, тысячу, нет. Тысячу, может, пригодится. Все. И ткани я тебе тоже, пожалуй, дам. Спасибо. Возьми ткань. Все, давай. Потом попозже а где-то здесь будет. 19 скрапа, надо идти скрапить. Потому что по-любому я еще приду сюда. Если что, вон видишь впереди. Полет Шмеляна. Вон там. В скалах стоит. Все, это наш дом, если что. Да. И предупреди своих, чтобы с нами не конфронтовали. У меня было подозрение, что ты мне сейчас спину неплохо почешешь. Минуту, повтори. Такой звук доставания сабли и такой... по нам стрелять, убивать нас. Не, мы вас трогать не будем, главное, чтобы мы знали ваши ники. Мы по-любому будем стрелять по всем, кого видим, но если мы убьем именно вас, то мы вам лут вернем. Также, если мы там вас просто положим, увидим ваши ники и вас поднимем. Потому что мы не знаем, кто бежит, свой, не свой, поэтому по-любому будем по всем стрелять. Скрапа. Витя изучил все, что можно и нельзя.
В основном только все, что можно. То, что нельзя, я старался не изучать. Ну, я полутаюсь. Компоненты. Переработай. У нас же скраб, да? Вот, со скрапом проблема. Надо скрапа на стенку на... Ну, я сейчас, короче, все до единого компонента соберу и всех переработаю. Мы за 20 минут 1000 скрапов примерно нашли, поэтому это они вообще не проблема. Они сразу спавнятся. Мусорки спавнятся через минуту. Ну, это драки стоит, это понятно. Все, пошли бобовки, короче. Витя, отойди пожем. Я? Меня здесь нету. А, мейн. Мейн лут где? Не скажу. Нужно побольше лоток. Лоток надо пригнать сюда. Так вот оно, вот оно. Вот оно. Одна, нужно побольше. Нужны гантрапы, ребят. Соглашусь. Сельский туалет, лучше кайфа нет. Вы нафига все сюда бы нас скидывали? Мы потому что спешим, нам насрочно нужно перебывать. Блин, только вышел, опять стоят куча бочек, да что за ерунда? Так и мы тебе и говорим про это. Я думал, мы слишком пошутили так. Мы реально скрапа очень много набили за очень короткое время. Короче, мы немного ошиблись в расчетах. Дэн, можешь взять берданку, блин, и размотать их за это. Для того, чтобы отдать инвентарь дерево людям, которые меня под домом убивают, а дома сидит еще 10 рыл и не могут их забрать? Денис, всего 2 рыла, один строитель, другой... Одного я сломал. Один выбит. Еще одного положу. Мне что, идти снова крафтить эти патроны на пистолет, потому что они у нас заканчиваются? Выходим, все готовы уже. То чуваки прикольно построились, я бы тоже здесь построился. Они, кстати, в онлайне в тот раз стреляли, да? Стоп, а мы же тут не поднимемся, стоять! Стоп, мы же тут не поднимемся, давайте разворачиваться. Помнишь, что уже сделал пустой? Да, да, здесь ответственные скалы. Надо туда, вот сейчас, где мы с тобой спускались. Мы вот сейчас, короче, выйдем и будем пешком бежать. У меня 8 топлива осталось. Начальники! Лодка по берегу не ездит. Давай. Начальники. Она плывет по берегу. Он не верит, Витя не верит, смотри. Санек, подожди. Я забрал топливо. Я вас жду. Я топливо забрал, чтобы не угнали лодку нафиг. Да я понял. Вот здесь мы, короче, будем лутаться. Да, скорее всего, здесь. Ну все туда. Главное, чтобы... Ребята, внимание, киньте все здесь спальники себе. Если будет где-то билда. Дай мне этого хакода, я скину. Ты где? Внимание, я здесь. Вот он. Спальник именуйте под имя квадрата, где его кинули. Крафтится, вот. Мы на М13. Еще один на запасе у вас должен быть с собой спальник. Я правда шприцов немного. Наверное. Ну забирай, пригодится. А теперь пошлите обратно на ту РТшку. Сейчас будем лутаться. Мэн, ты где? Ты куда? Он сказал, отойти ему надо. Окей. А давайте его сейчас, короче, здесь закроем, он если что, короче, когда появится, сможет через внутрь выйти. Кнопку нажмёт, а выйдет. Да, его, короче, никто не тронет. Окей, тогда я пока что в твоем отделении, Анти. Погнали. Пацана изолировали, короче. Нажми там справа двери кнопка. Понял, подождем его. Сейчас он меня догонит. У меня мои просто уезжают в деревню. И мне надо было отойти. Принял. Ну, всё, понятно. Анти, я выхожу из отделения. А? Быстро. Вот, смотри, вышка впереди, вот, на 335. Вон там есть один включатель на самом верху. Ну да, вон я вижу включатель на самом верху. Видите включатель? Кто-нибудь сгоняет, включите. Да, я пошел другой включать. Я подумаю. Давайте со мной один. Там челик наверху. Прям там? Вот, башня тама. Куда вам поднимается? Да, там был челик. Мэн, далеко не уходи от меня. Только осторожно, Вован.
Ребята, вы далеко от антиевила не отходите. Радиация бьет, у меня уже 4. Окей, мы с Мэном, короче, будем снизу держать. Если что, антиевил, руководитель будет потерять. Я ему пушку дал, он мне 3 хп оставил, добейте. Минус? Айх. Вижу еще одного чувака, около труб, на западе. У него, у него двустволка. Давайте его принимать, они походу лутаются. Но главное, один, чтобы они не успели нас. Один снизу, убегает. Ну пускай убегает. Все, на, там включен. Давайте со мной опять. За... А, вы, все включено. Залутайте, погнали тебя другую включать. Все, принял. На хатой стоят. Не факт. Зомб, это... какой, из какого материала? С СНГшки стреляют. Ух. Но не по нам, это далеко. Я на выходе. Все, принял. Ребят, укройте. Кто-нибудь со мной погнали. Хако, ты вроде в это... Все хорошо, Мун, давай ты пока во втором отделении. Мэн, наблюдай пока вместе с Муном. Мун, командир. Стоп, а почему не загорелось зеленым? Подожди. А ну дай сюда гляну. А предохранитель вон, смотри. А, я походу не включил, все, я не включил, понял. Все, вот теперь сейчас пойдем залутаемся. Залетай зеленый, я пойду на синюю. Быстро, так быстрее будет. Ну вот все, залетает, ну, карточка. А я вот синюю открываю. Пойдем. Все, я синюю вот так. Это, я сигнальную гранату нашел. У нас 50 ножей еще, да? Ну да. Нашел это, контрап нашел. Отлично. Вот это нормально. Парни, еще сигнальная граната. У нас уже 3. Сейчас я выйду, сейчас пойдем, сейчас выйдем. Соседи рейдят? Кого? Красная карточка еще. Если бы вы слушали хоть чуть-чуть, блядь, да не о херни разговаривали. Борис, другого. Хорош материться и хорош всякую фигню говорить. И Reddit хорошо, да не сюда сфу нормально. Мы придем и нормально. Ты матерился. Я тебе могу даже на записи показать. Херня, да, это не мат. Все, валим. Нет. Блядь, это мат. Все, на лодке. Здесь. Короче, смотри, все, сейчас домой едем домой, скидаем лут, берем красную, синюю, зеленую карточку и просто валим вот так. Нет, берем красную, зеленую, синюю карточку, это потом. Сначала нужно помочь соседей защитить. Принято. 8, покинь. Все, садимся. Подождите меня. Кого фига, кто? Я паники же возродил. Может, мы просто сядем и едем, пацаны? Я ему дал голову. Все, я выхожу, я понял. Садитесь, я просто садитесь, заводите тачку, я прикрою. Завел. Садитесь, все, все, все. Убил одного, бошку дал. Садитесь. Мун, скорее, садись, куда? Кто там? Мунвать, садись по-братски, а уже. А так. Эй, стоп, пятый, куда? Я не сяду, места нет. Вовчик, Вовчик, спрыгивай. Возвращайся дома. Мун, скорее садись. Давай, 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 Мунвать. Давай. Не флудите, ребят. Все, валим. Они на меня отвлеклись. В другую сторону, нам в другую сторону надо. Я домой. Да, вот это я понимаю, адреналинчик. Блин, мне бы прицел бы самодельный и улетел. Короче, пацаны, окей, у нас... Окей, хорошо, ребята. Все, кто дома, перейдите, пожалуйста, в комнату один. Эй, типа, вы же сейчас домой едете или что? Да, у да, нас уже домой. Короче, нет, потом, когда мы будем выходить, ладно, никуда не выходите. Потом, когда мы будем уходить, мы будем переходить в комнату вывеска. Нам направо. Да, левее, левее, ты проезжаешь дом. А у нас кто говорил, что эти есть чертежи-то? Же чего? Ракеты, что? Борис, ракет, Борис, 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 Борис. Да. Ну, ракет, ракетница. У тебя чертежи, имею в виду. Кто сюда лодку запихал, то сейчас будут ее обратно пихать. Так. Чтобы вы понимали, давай. Нас нужно второй сундук для компонентов ставить. Кирюха, ты рассказывал, как мы вчера весело залетели? Да, рассказывал. Полную историю. Да. Не скажешь, можем ВК положить, но остальные ресурсы не. Это непрактично немножко. Всем привет. Здорово. Здорово. Привет. А чё у вас за сервак? Дракистей. Есть в истории айпишник? О-о-о. Сейчас скину. У меня есть, я скину.
Ага, спасибо. Че, мы будем туда кидать? А ну, пацаны, я беру три сопли. Подвиньте. Не кидай пока, не кидай. На дом прям, на дом. Народу. Где броня? Да мы на острове, если что, пополомаем сейчас. По нашему пути соседи не приходили. Ребят, кого там рейдили? Куда нам сейчас идти? Мы не рейдили. Нет, там вы говорили. Тело на 210 за деревянным домом и за камнем слева. Принято. Хорош, там еще один. Еще один, там лоу хп, он лоу хп. Минус. На, все, всех положили. Ну открывайте опять в пауле. Залутайте их. Это какие-то чуваки, эти чуваки пришли с 230 тех домов деревянных. Надо тут его зарейдить по-любому. Да. Экзайтер. Стоп, какой-то. Стоп, скрими, это по идее вроде друг. Да. А чё не по нам стреляли? Нет, меня убили они. Они меня убили один раз. Так они не знали, что ты мирный. Они принимай, строитель. Вот они вот тут живут. Вован. Давайте поставим буковку D перед нашими никами, чтобы понимали, типа, кто мы. Нет, нельзя. Другие не тоже бросают и всё, да? Сейчас калаши с C4 прилетят, смотрите, вангую. Ага. Такая фига летит, фига. Я сейчас двустволки до стрелы с луками прилетят, я буду угорать. У меня такое, кстати, постоянно выпадает. Ну блин, ну какую-то букву перед никами поставить хотя бы. Да зачем? Тут же вдруг. Да, нет, ты понимаешь, что это будет как LanTech, то есть они будут понимать, что могут нас так вычислять, мы в онлайне или нет. А чё мы боимся вообще, а? А то, что нас не в офлайне будут рейдить. То, что мы тоже люди, и офлайн у нас тоже бывает. Да. Когда у нас будет гантрап в полный дом, то и полностью все в железе. Опять вышел стрелять, ну он чё ненасытный какой-то, а? Бошку ему дал, братан, порядок. Отбегал. Ребята, надо знать, что будем сделать, за камнем пойти. Мы хотим космодром создать, у нас красная карточка появилась. Там мы поймем неплохо лута. Он летит, наш неплохой лут. Ищу там бошку. Дал голову. Минус один. Хорош. Второй остался. За дом забегает. Че ты с левиком? Пошли поштурмуем. Черный, нет, брат. Черт, минус. Ты че, прикалывайся, я 5 пышек, 5 бегов. Еще один остался. Питоном съел. Ребят, можете подойти? Да, и вот тебе помогают. Тебе да. Двое бегут. Минус, все. Там, сука, я сука попадаю, они падают. Залутал того. Так, все. Минуту, ребят. Здесь знакомые есть или нету? Внимание, кто здесь живет? Нет, лутаю, нет, стой, да я уделюсь, не трогай свой. Давай, ты только не лутай. Выбегай, я голый. Хотел. Ну ты не лутай, я не буду лутать, посмотрим, что там. Давай. Ну так себе. Так, о, СНГшка, смысл так себе, это одно из топовых оружек. Херня, все херня. Галтрас, а, вон прицел, прицел, который Витя просил. Самодельный, да? Вот. Сишка. Ну, и, как я вам сказал, тут ревики, деревянная броня, патроны красные. С третьего, Ваиром. Вы залутали? Да, я залутал. Все залутали. Все, залутали. Блин, это капец длительное, нудное занятие. Просто невероятно длительное, невероятно нудное. Занятия. А для одежды где есть сундук? Ее вроде нет. Сундука. Понял, тогда там, где водолазные костюмчики, туда я буду скидывать одежду. Чуже да. Хакут. А у нас есть? А, что? Чекни стол для изучения. А, понял. А у нас калаш кто это есть? Что? Вперед. Побежали. Это кто? Кем? Это на лодке. На космо. Просто только до смарт прими, хорошо? Во френ. Если сможешь, потом примим. Мы уже куча. Мы за это время могли бы столько лута насобирать. Мы просто время тратим на этих двух бишкеков, блин. На бишкеков, да.
Они нам мешают, соседи выстрелили. Я предлагаю фастому зарядить и погнать уже лутаться, мы много времени теряем. Вик-Вик, второе отделение наверх поднимай. Второе отделение наверх, ребята, все наверх. На доме держите оборону. Эвил, не двигайся. Отходи сразу. Там еще две кин. Ты кидай. Отходи. Это что? Кидай эфку. Гранату кинул. Все, взорвайте дальше, я чекаю дверь. Антивил, дай немного гранат. Что там со вторым отделением? Да, все нормально. Сатул, хватай. Стой, стой. Готовься. Первые две пошли. Стоп, я сезону, сезону. Второе отделение. Я подобрал, на забирай. Буду чекну. Буду гранат кидать. Так, сразу. Да он стенку уже поставил давно. Гранат. Так там вообще уже, блядь, на хера ты 6, блядь, на одну и ту же. Хватит я рашину. Давай. Че, они че, дебилы, что ли? Вострелять. Дай посмотреть, ребята. Посмотрите на это, посмотрите. А вот говно есть? Пацаны, ебано, как ты можешь ходить оттуда, братан? Там мне все равно. У нас есть секретный план. Нафига тогда застроиться, если ничего нет? Чтобы вам не досталось. У нас есть план секретный. Ну, и так, мы его придерживаем. Так мы сейчас не ради лута рейдим. Мы чтобы вас багрить, потому что вы затрахали. Стрелять по нам. Сколько у тебя осталось, Сочель? Вот эту дверь, если есть, да. Сочель, давайте покажем. Какой, сколько осталось? Четыре осталось. Ломай, ломай. Давай, дверь. Ломай вот ту дверь, Сочель. Если не зацепит, кидай в левый верхний угол двери. Нужно сколько Сочели для железного потолка? Да много очень. Нет, просто взорви эту дверь, мы убьем чувака слева. Они вот здесь так вот находятся весь лут. Давайте мы когда ракеты делаем, он все равно ничего не вытащит от. Главное сбагрить их, пацанов. Если у нее это гранаты, он железный. Чтобы вы понимали, чувак застроил свой лут, он то теперь никак не выберется. Все, а вот это что за дверь? Вот там чувак сидит с двухслонкой. Он в ВК тупо все. А, вот эту дверь ломаем, и короче все, эти пацаны съезжают отсюда. Окей. Он ладно, уже не сможет стенку убрать. Да, все. Теперь куча еще. Отойди. Минус чувак, все, я махачот, там второй вышел, он сломал стенку, ломайте его. Собак. Окей, ну он не знаю, куда идет. И потом на берду и пару хилок. Убили? Двоих! Хорош! Шикарно, ломай спальник, быстрее. Я бегу к вам. Я, короче, готовлю этот. Не дайте встать. Он закрыл, он закрыл. Да все равно, мы успеем вызвобиться. Ломай скорее. Ну ты у нас путник. Ты и строишь, ты и ломаешь, все правильно. Дело, говорит. Это тебе, любишь кататься, люби и саночку. Что так лагает, Талон? Это не наш дом. А ты тренируйся на чужих, зачем нам свой ломать? А оружейник наш? Оружейник, да. Оружейник свой. Кто может? Что это за оружейник? Оружейник просто сосед. Ты знаешь пароль? Ты видишь ориентир? Держи. 2 хп. У тебя есть стрелы? Где? Где? Вот он, да. Мэйкик, больше не ставь около базы за ними, пожалуйста. Все, уходим. Нафиг.